там невозможно спать, там холодно, в одежде тоже загубеет. Я купил тебе йогуртов самых лучших. Молодец. Много. А зачем так много? Как он отправил? Так это он мне отправил. Чтобы их нарисовал я, блядь. Там сильно много. Ну там выбирали мы. Ну, очень какую много. Из них выбрать? У меня кровь из носа пошла. Я купил йогуртов тебе. Зачем ты купил столько йогуртов? Зачем ты потратил вот, смотри, с фисташками, денег? С этими. Нафига? Чтобы денег? Ты ела йогурты, и тебе такие, нравилось такие. Это все. Я тебе сходила, посылала бутылочки, карты, чудо. Да там просто в этом месте нету. А, ну и есть. Конечно, оно везде есть. Я тебе набрал столько йогуртов. Они лучше. Переведу тебе, блин. Ну так переведи. Я сам их потратил. Сколько ты там затратил денег? Ни хрена себе, вот на эту вот фигню. Да йогурты, которые. 400 ты сама мне сказала сметану купить, йогурт, я тебе купил. Да ты йогурт на 400 рублей надал йогурт? Да. Сколько они стоят? 100 рублей каждый? Ну, а? Да, примерно. Да. Зачем ты такие йогурты покупаешь? Да, живот болит. Желудок болит. От йогурта? Кстати, покой, ага, от йогуртов. Я их не ем вообще, йогурты. Нафига ты взял деньги потратил, ты бы лучше мне перевел деньги. Переведу я тебе, блин. Не на что хлеб покупать, а он всякую фигню покупает. Ну конечно, сметану, вот она благодарность. Я купил тебе и сметану, и йогурт. На мои деньги сметану купил, вытащил последние мои деньги. Ага, молодец. Вместо того, чтобы деньги мне перевели. Давай я тебе переведу. Переведи. Я тебе послала зачем? Чтоб ты взял карту и перевел мне. Давай тебе переведу. Переведи. Последние деньги я истратила на него. Где там переводи? Где? Копируй мой номер телефона. Пиши перевод и вставляй номер. Там тебе что переводить тебе осталось-то? Шишка маленькая. Купил тебе йогуртов. Нафига ты купил такие дорогие йогурты? Нафига? Я тебе сказала, мне нужны деньги были, деньги. Короче, давай, как там, диктуй. Сейчас переведу, сколько тебе там надо. Через 900.